В Удомельском краеведческом музее можно окунуться в разные времена 20 века. Удивительная экспозиция «История старой квартиры» собрана как большая мозаика из элементов интерьеров прошлого столетия. Рассказ о выставке продолжат наши коллеги из регионального телевидения «Удомли». Большая выставка «История старой квартиры» собрала более 400 экспонатов, каждый из которых уникален по-своему и имеет интересную историю. Основой для музейной экспозиции стали иллюстрации книги Александры Литвиновой «История старой квартиры», в которой рассказывается о нескольких поколениях семьи Муромцевых. В коллекции собраны предметы быта, одежда, елочные игрушки, украшения, различные статуэтки, фигурки, кухонная утварь, описывающая жизнь в 20-м столетии. Часть экспонатов хранится в фонде краеведческого музея. Массу пропитанных временем вещей на выставку представили жители Удомли. Вот блуз моей бабушки, остатная, стройная такая женщина. И вот эти блузки, вот это, вот там еще, они сохранились до наших дней у меня. То есть они появились после того, как бабушка почила, мы забрали к себе. Вся экспозиция проводит зрители от начала 20-го столетия к революции, погружает в военные годы, возвращает в далекие 50-е, 60-е, 70-е годы. Это есть некоторые вещи, которые сохранились от родителей, от моего отца, там бритва, там вот эта вот, которая была опасная, часы, какие-то тарелочки. А собственно вот то, что я сохранила, это тетради мои с первого класса. Знаменитые ковры 80-х напоминают о советской эпохе. Практически каждому предмету выставки можно посвятить отдельный репортаж. В 42-м году это моя тетушка Раиса Викентьевна, к ней посватался молодой человек. И поскольку уже началась война, и свадьбы не получилось, но его забрали на фронт, и он перед тем, как уходить, подарил ей вот этот кувшинчик. И она его очень любила и ждала. К Раисе Викентьевне посватался еще один молодой человек, служивший в органах НКВД. Но ему она отказала, так как ждала с фронта возлюбленного. Через некоторое время после этого был убит отец семейства, а саму Раису Викентьевну посадили за измену родине на 15 лет. Кувшинчик все это время хранился у одной из ее сестер. Здесь, в старой квартире, посетители вспоминают о прошлом, узнают о биографиях своих прародителей, окунаются с головой в свое детство и молодость. Ассоциации с тем или иным эпизодом жизни возникают при взгляде на любой экспонат, ведь это собранная по крупицам история.